Нашла. На ней, знаешь, платье какое-то. И от нее идет информация, что она одела его специально для встречи с высшим я. И я не знаю, почему ей это платье так важно, или информация идет. У него, значит, такие длинные рукава, и они как колокол в таком вот виде сделаны. Точно так же низ платья. То есть идет информация для сбора энергии. Хорошо, она сейчас чистая, она заправлена энергиями. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти куратора Лилии, Лотос. Приветствую вас. Приветствую, уважаемый Лотос. У нас сегодня рад встрече, у нас сегодня 10 вопросов к высшему я, которые Лилия, ваша подопечная, написала нам. Будете ли вы так любезны составить нам компанию и подняться с нами на уровень высшего я? Я буду рад встретиться с высшим я, но сначала я расскажу о назначении этого платья. Пожалуйста. Рукава и подол сделаны таким образом, что Лилия может напрямую сбрасывать негативную и грустную энергию в землю, гармонизируя себя с землей и космическим каналом. Земным и космическим каналом. Отлично. Пока достаточно. Это своего рода Меркаба? Своего рода. Да, принцип такой же. Я так и увидел. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Перед тем, как мы поднимемся, я хотел зачитать пару слов, которые Лилия оставила лично для вас. Выражая огромную любовь и благодарность моему куратору Лотосу за те знания, что он мне дал. Сегодня же я хочу познакомиться с моим другом Ангелом, посылая ему свет и искреннюю любовь и приглашая его подняться со мной к моему высшему я. Я очень рада и безмерно счастлива, что могу познакомиться и задать вопросы моему высшему я. Посылаю моему куратору свою безусловную любовь. В отличие от многих, я чувствую эту любовь и искреннюю энергию. Весь вопрос в том, что многие игнорируют искренние проявления Лилии. Это очень огорчает ее и собирается внутри нее. Это не дает ей радоваться, а радость важна для ее здоровья. А стоит ли ей доказывать тем людям, которые не готовы эту правду принять? Это другой вопрос. Мы говорим, что огорчает Лилию, а огорчение очень бьет по ее здоровью. Хорошо. Значит, надо исключить источник огорчения и жить и радоваться. Это я читаю между строк. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Хорошо, мы закончили. Мало того, у нее есть определенное платье, через которое она может скидывать огорчение и негатив. Вот это уже очень хорошая подсказка. Благодарю вас, дорогой. Поглощая в себя радость и позитив. Хорошо. Тогда будем подниматься все вместе. И мы на 12 уровень поднимаемся, уважаемый Лотос. Мы поднимаемся к высшему я на 12 уровень. Благодарю вас. 10 ангельский уровень. И 12 высшего я. Совершенно отлично. Верно. Мы идем на 12 уровень высшего я. Отлично. И я даю команду на счет 3. Вера, бери в свои крылья Лилию и вместе с Лотосом и со мной поднимаемся на 12 уровень высшего я Лилии. 1, 2, 3. Пошел подъем. Пока мы поднимаемся, я хотел бы добавить, что высшая я Лилии находится на 12 уровне. 10 ангельский уровень обозначает ее духовное развитие. Но я знаю также, что мы можем и подняться на 10 ангельский уровень. Мы уже поднимались в ангельский мир на 18 уровень и общались с одним моим товарищем, который здесь рядом живет. Я знаю, что можно и туда подняться. Мы там были. Это возможно лишь тогда, когда ангельский уровень и уровень высшего я совпадают. Вот это новость для меня. Благодарю вас за эту информацию, уважаемый Лотос. Очень важный фактор. Хорошо. Верочка, где мы? Сейчас, секунду. Мы на уровне. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный. Если это 12 уровень высшего я Лилии, зеленый, если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый. Отлично. И я прошу высшее я Лилии выйти к нам. Уважаемая, дорогое высшее я Лилии, выйдите, пожалуйста, к нам. Мы хотели вам задать пару вопросов от вашей частички. Мне нравится, как вы сказали, зеленый. Это то, что нужно Лилии. Кто это говорит? Лотос. Лотос, отлично. Это еще одна подсказка. Энергия вышла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем высшее я Лилия. Сейчас, секунду, в таком виде интересном идет информация, что ему нужно организоваться. Чтобы... Конечно, предстать перед нами. Да, чтобы мы смогли увидеть то, к чему мы привыкли. Человеческий образ. У меня очень большое высшее я, у меня много очень энергии, и они вот как вены, то есть она не может их сдержать, это женского рода, я вижу, а высшее я, и эти энергии, они прямо вибрируют внутри, по всему телу, хотя она прикрыта таким как белым платьем, прозрачным, вот эти энергии, они живые, они передвигаются по ней. Понятно. Она бурлит, можно сказать, ими. И вот эти энергии зеленым цветом, как вены, а все остальное, она свет. Как я уже сказала, в женском роде. Отлично. Скажешь, когда закончится процесс? Но он закончился, она светится вся. Отлично. Мы приветствуем вас, уважаемая высшая я Лилии. Представьтесь, пожалуйста, каким именем нам обращаться к вам? Два имени. Лилит и Елизавета. Лилит и Елизавета. Выбирай любое. Ой, мне оба нравятся, честно говоря. У них одинаковые вибрации, дополняющие друг друга. Я чувствую, да. Мне Елизавета нравится. Если вы не возражаете, уважаемая Елизавета, Лилит. Легче произносить Елизавета. Просто течет энергия, когда это имя называешь. Я приветствую вас. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом находится куратор. Вы его знаете, Лотос. Он помогает ей в этой жизни, наставляет. У тебя замечательные вибрации, и яркие, и живые. Мне нравится, как ты говоришь. Благодарю вас. Извини, что перебила. Я рада приветствовать вас на моем уровне. Радость — это очень мягко сказано. Вы можете прочувствовать мой свет. Я чувствую на земле. Я боюсь вас пошевелить своим светом, задеть и нарушить вашу гармонию. Поэтому я стараюсь сдерживать свою радость. Благодарю вас за это объяснение. Но радости моей нет предела. Великолепно. Так и добралась ваша частичка до вас, уважаемая Елизавета. Я понимаю, это огромное счастье. Вот сейчас находится практически 100% вас на одном месте. Я так понимаю? Было бы неплохо нам объединиться. Это перезарядит Лилию. Может, мы этот процесс запустим, с вашего позволения, если вы хотите это сделать? Подойди ко мне, дорогая. Мы снова сможем стать одним целым. Слишком много черноты в тебе. Готова. Благодарю вас. Уважаемая Елизавета, у нас 10 вопросов, которые ваша частичка написала. Будете ли вы так любезны ответить на те, которые вы можете ответить? Пусть закончится процесс. Хорошо, ждем. Этот процесс называется реинкарнация души. Уж слишком много ты набрала на себя негатива, обвесилась черным цветом, а твой цвет совсем другой. Чувствую его, он вибрирует внутри тебя. Твоя душа перезарядилась. А вот теперь мы можем продолжать на этой позитивной ноте. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. Я начинаю с первого вопроса. Сколько всего было у меня воплощений на Земле и других планетах? Как интересно, что у вас за логика на Земле? А зачем вам это знать? Мы любим цифры. Вся жизнь души – это воплощение и перевоплощение. Мне не пришло в голову вести подсчет. А вашей частичке пришло таки. Мы любим цифры на Земле. Я попытаюсь вам объяснить. Мы любим, когда вы скажете 1538 жизней, из них 250 были на других планетах. Вот это для нас здесь дает какой-то эффект. Глупость. Абсолютно верно. Я прошу прощения, но я пытаюсь вам... Я объясню, почему. Да. Дело в том, что жизнь души – это постоянное движение вверх. Все выше и выше. Независимо, где мы находимся. Вы же знаете, что души могут находиться и проживать не только одно воплощение, 2, 3, у кого-то больше, зависит от души. И вести подсчет воплощением и перевоплощением. Это немножко грустно. А я не люблю грустить. Как вы думаете, на своем 12-м уровне я воплощена или перевоплощена? Или как мы можем считать мою жизнь здесь? Здесь мы тогда получаемся в тупике. Здесь, конечно, нельзя так ответить на вопрос. Тогда я отвечу на вопрос про воплощение. Я должна буду обмануть свою частичку. Нет, это будет неправильно. И я вас в числе. Ну, это совсем неправильно. Я предлагаю, давайте этот вопрос оставим загадкой. Здесь нет загадки. Здесь есть одна большая жизнь в разных ее ипостасиях, но всегда мы идем наверх. Понимаете, уважаемая Елизавета, мы хотим иногда, находясь на Земле, у нас отсутствует наша генетическая память. Это очень нелегко. И, в принципе, кому я это рассказываю? Вам, которые прожили столько жизни на Земле, точно так, как и моя душа, и все другие души. Но нам это дает какой-то момент обозрение той ситуации или того места, или того момента, где мы сейчас находимся. Вам это дает сохранение и защиту. На Земле по-другому нельзя на сегодняшний момент. Хорошо. Благодарю вас. Мы можем остановиться на этом. Вы говорите, да. Много будешь знать, плохо будешь спать. Да. Или говорят, у нас все... и так плохо спит. У нас говорят еще, кто много знает, тот быстро состарится. Шутка. Как интересно. Состариться в нашем случае, перейти на другой уровень осознанности. А это уже позитивный момент. Плохо. Абсолютно верно. Благодарю вас. Очень интересная, уважаемая Елизавета. Позвольте плавно перейти ко второму вопросу. Плавно позволяю. Благодарю вас. Итак, об ангельском мире немного известно на Земле, но о жизни на Уране вообще ничего. Может мое высшее рассказать, какая там жизнь, есть ли природа, чем занимаются души, чем занималась я, когда там родилась? Вот такой вопрос. Мне нравится этот вопрос. Узнать про родные края – это всегда интересно, позитивно и, конечно же, полезно. Уран – зеленые энергии. Эти энергии особенные. В этих энергиях есть определенные неочастицы, позволяющие душам с Урана соединяться в одно целое и чувствовать телепатически друг друга, где бы они ни находились. В случае опасности помощь приходит незамедлительно. Чем занимаются души на Уране? Развитием, саморазвитием. А еще у нас очень развит биотехногенный процесс. Мы очень оберегаем наши ДНК. Энергии урана мало с кем скрещиваются в гибридный союз. Ангельская энергия была добавлена к урану как дополнительный ресурс, защищающий и дающий определенный свет нашим энергиям. Энергии урана немножко, я бы сказала, техногенные, заточенные на развитие биоматериала. Ангельские энергии дают свет, позитив и тепло нашим энергиям урана. Именно этим мы и занимались на Уране, биотехническим прогрессом. Какой замечательный и исчерпывающий ответ. Я благодарю вас, уважаемая Елизавета. Мы можем переходить дальше. Или вы хотели добавить еще что-то? Пожалуйста. Перейдем дальше. Я бы хотела заметить, что я не смогу долго сдерживать свои энергии, и они, как я уже сказала, могут дать вам определенные вибрации. Поэтому продолжай задавать вопросы. Уважаемая Елизавета, мы привыкли к высоким вибрациям, мы поднимаемся в Аргу. Я сам гибридная душа, Верочка тоже ангел. Мы находимся сейчас, насколько нам известно, на 14 уровне. И мне кажется, вы можете не сдерживать свои... Наши высшие, я с Верой, находится чуть выше. Прошу прощения. Я прошу прощения, но оно действительно еще 1,5 года назад было на 12 уровне. Мы поднялись. Я говорила про себя. Это не скромно, да? Нет, абсолютно нормально. Мы все-таки пришли к вам, и вы говорите о себе. Если вы позволите, тогда я перехожу сразу к третьему вопросу. Очень интересно вас слушать. Да. Итак, третий вопрос. На каких еще планетах я воплощалась? Какое космическое было самое последнее воплощение? Я бы назвала космическое воплощение, перевоплощение перед твоим полетом на Землю. Хорошо, давайте о нем поговорим. Это то, где вы находитесь прямо сейчас. Земля. 12 уровень. Высшего Я. Именно отсюда ты спустилась на Землю. И там еще первая часть вопроса, на каких планетах она воплощалась. Может, вы все-таки поделитесь своим опытом? Большинство времени души Урана проводят на Уране. Там мы чувствуем себя комфортно. Повтори, пожалуйста, первую часть. На каких еще планетах я воплощалась? На всех, которые ты знаешь. Значит, опыт мы получаем везде. 12-й уровень не такой низкий. 12-й уровень, он уже обязывает человека к очень многим другим вещам, которые человек просто обязан делать. Это контроль своих эмоций, контроль своих энергий, осознанная жизнь и другие связанные с этими моментами события. Ответственность. Абсолютно верно. Хорошо. Если вы позволите, уважаемая Елизавета, 4-й вопрос. Говори. Расскажите, пожалуйста, о моем самом ярком воплощении на Земле. Елизавета, какое у вас было самое яркое воплощение по вашей шкале измерений на Земле? Скажите, что вы были царицей. Это был Египет. Серьезно? Но жрицей. Жрицей. А не царицей. Я, значит, что-то где-то упустил, но я увидел этот момент сейчас ее в этом традиционном платье. Золото. Да, я ходила в нем. Когда это было, если вы позволите, для вашей половинки? Золото имеет свою энергию. Да. И определенную связь энергетическую. И когда это было? Это воплощение у нее в Египте? У вас, прошу прощения. А вот посмотри, я воплощалась на разных планетах. Вы хотите, чтобы я помнила всю историческую нумерологию века и года? Да. Если честно говоря, да. Мы хотели бы узнать, если вы сказали, 2000 лет назад я жила в Египте, и я была жрицей, и у меня прошла жизнь так-то и так-то. Я взяла с собой такой-то и такой-то опыт в этом воплощении. Вот это было бы для вашей половинки нам более понятно, мне кажется, если вы позволите такое замечание. Нет, не позволю. У вас есть информация о Египте. Откройте и найдите, когда жили жрецы. Почему вы обращаетесь к высшему я с таким вопросом? Лилия, я обращаюсь к вам. Почему вы обращаетесь к своему высшему я с таким вопросом? Неужели на Земле отбита память настолько, что вы не понимаете, что такое высшее я? Проживая на разных планетах, вы ставите Землю выше других, другого опыта. Но любой опыт очень важен. Вопрос стоял самое... Яркое воплощение на Земле. Не бывает такого. Любое воплощение яркое и несет в себе определенный опыт. Вы думаете... Жизнь жрицы в Древнем Египте – это яркое воплощение, нисколько не ярче, чем твоя сегодняшняя жизнь. После сегодняшнего дня твои энергии расцветут внутри тебя и поглотят твой негатив, переработают его, и ты сможешь увидеть радость вокруг себя. И поверь мне, это намного прекрасней, чем быть жрицей в Древнем Египте. Абсолютно верно, абсолютно верно. Здесь я с вами согласен, даже по логике вещей. Цените то, что у вас есть. Замечательно. Это был сегодняшний маленький урок. Хорошо, я надеюсь, Лилия поняла этот урок. Я, с вашего позволения, могу переходить к следующему вопросу. Я понимаю, в каком ты положении. Я в дурацком положении, потому что я знаю, что вы ответите, я знаю, как это все, некоторые вопросы бессмысленные, но у меня нет никакого другой возможности, как их прочитать и дождаться вашего ответа. Это моя работа, я прошу прощения, уважаемая Елизавета, это не мои вопросы. Мне очень весело, меня редко посещают. Замечательно, хорошо, продолжим эту радость. Я перехожу к следующему вопросу, но вы должны понять, ваша половинку больше интересует прошлой жизни, и она будет к этим вопросам еще возвращаться дальше в последующих 5 вопросах. Итак, 5-й вопрос. Почему-то в последнее время появилось ощущение, что это мое последнее воплощение на Земле, и мне очень хочется в кавычках «домой». Это так? И что считается моим домом? Уран или ангельский мир? Извини, ты меня запутал. Это не я, я прошу прощения, это она. Это ее вина. Я хотела начать отвечать на первую часть, перешла на вторую, много думала и запуталась. Я просил вашу прочитать вопрос по частям. Я просил вашу частичку написать один вопрос. Она сделала из одного вопроса 3 вопроса, поэтому я прошу прощения. Итак. Я читаю первую часть вопроса. Почему-то в последнее время появилось ощущение, что это мое последнее воплощение на Земле. Стоп. Стоп. Я объясню, почему. Ты просто устала, в том числе от своего сбора негатива. Вернее, негатива чужого, но сбора своего. Зачем ты впитываешь... чужое недовольство, невежество и глупость. Наполняешь себя им, Ты переполнена этим. Оттого и усталость. Продолжай, милый ангел. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. Вы абсолютно правы. Дело в том, что мы уже спрашивали у Лотоса, куратора, и он, в принципе, то же самое сегодня со своей стороны сказал. Я подозреваю, что вы оба правы. Я продолжаю дальше, с вашего позволения. Шестой вопрос. Высшее я Влада – это я. Подожди, ты не закончил с предыдущим вопросом. Хорошо, Там еще было что-то. Дальше. Да, было дальше. Значит, первая часть, почему-то в последнее время появляется ощущение, что это мое последнее воплощение на Земле и очень хочется домой, в кавычках. Это так? Земля меняется, и жизнь на Земле меняется, цивилизации уходят и приходят, меняются ценности. И мы не можем знать, в кавычках, что будет дальше на Земле и какой опыт мы сможем получить. Может быть, этот опыт будет бесценен. Каждая планета индивидуальна, поэтому не надо так категорически говорить «последнее воплощение». Мы будем жить и смотреть по обстоятельствам. Отлично. Тут она спрашивает в последней части этого вопроса, что считается моим домом, Уран или ангельский мир? Уран. Уран. Благодарю вас. Мы можем дальше идти? Да. Хорошо, уважаемая Елизавета. Следующий вопрос связан с моим высказыванием, с высказыванием моего высшего «я». Я тоже гибридная душа, Плеяды и ангельская душа. И вот, когда мы, видать, она видела наш сеанс общения с моим высшим «я», и вопрос связан с этим. Я просто объясняю подоплеку. Шестой вопрос. Высшее «я» Влада на его сеансе сказала, что гибридные души создавались для определенной работы. Для чего создавалась моя душа? Есть ли у меня какие-то задачи и цели? Я удивлена этим вопросом. Конечно же, есть задачи и цели. И самая главная цель, как я уже сказала раньше, идти вверх, расти и развиваться, набирать свою осознанность и переходить на высший уровень, один за другим. Для чего создавались гибридные души? Эксперименты. Все любят эксперименты. Как я уже сказала раньше, технобиологическая структура ДНК Урана была соединена с более мягкой и светлой энергией ангельского мира. Я не хочу повторяться. Благодарю вас. Здесь все понятно. Одно дополняет другое. То, что одному не хватало энергии, каких-то вот мягких, чистых энергий, Уран получил эти энергии. И эти гибридные души, я просто пытаюсь все это вместе объединить, имеют, безусловно, свою определенную цель, как на тот момент эксперимента, на который они создавались. И продолжают свои функции. У всех душ одна цель. Идти вперед. Идти вперед. Все верно. Все остальное не является целью. То есть идти вниз, например. Хорошо. Седьмой вопрос. Если душа не развивается, можно сказать, что она засыпает и начинает, как бы вам это объяснить, бродить и разлагаться. Я перехожу к седьмому вопросу. Это ситуация. Наверняка вы в курсе, о чем речь. Когда я ложусь спать, то почти сразу отключаюсь, проваливаясь в темноту. Меня очень трудно разбудить, и я не вижу снов. Может, просто не помню. Утром я просыпаюсь без сил, с головной болью, с сильной болью в позвоночнике. У нас говорят, что во время сна душа покидает тело. Куда улетает моя душа и почему возвращается без сил? Ты сама ответила на свой вопрос. Ты проваливаешься в пустоту, темноту, а у тебя есть энергии зеленого, светлого, яркого цвета, которые могут защищать тебя от этой темноты, светить и сжигать весь негатив, охраняя твой сон, поднимая тебя на уровни Урана и ангельских миров, где нахожусь я и твой куратор. Работай над собой. Какой красивый ответ. Благодарю вас, Елизавета. Очень элегантный, красивый ответ. Я должен сделать вам комплимент. Вы очень владеете красивой речью. Вы позволите дальше продолжать? Секунду. Пожалуйста. Скорее всего, вам будет непонятно, но я заканчивала филологический курс. Секунду. На Арктуре. Благодарю. Позвольте с вами согласиться, что мне это будет непонятно, так как я филолог, учился в 3 университетах на Земле и владею несколькими языками. Мне это очень понятно. Благодарю я вас, уважаемая Елизавета. Я вас прекрасно понимаю. Это был арктурианский. Какой красивый язык. Поговорим? Я арктурианский не знаю, я только земные языки помню. Ты даже ошибаешься. Вы думаете, я помню? Я не говорю про твою память. Я говорю про твои знания. Многое скрыто, Елизавета, пока. Естественно, вы же на Земле. Можем продолжать. Её робот не выносит информации. Это определенный компьютер, куда закачано именно столько, сколько может вынести ваш мозг, центральный компьютер. Если ты задумаешься, ты поймешь, что в какой-то момент твои мысли останавливаются, потому что они доходят до определенного предела. Дальше процессор тормозит. Понятно. Именно так выглядит биоробот на сегодняшний день. Да, мы уже слышали, что наш биоробот далек от совершенства, и поэтому по мере сил мы пытаемся как-то все развиваться в тех условиях, которые нам даны. Благодарю вас. Раз вы здесь, значит, определенное развитие происходит. Полагаю, да. Благодарю вас. Я надеюсь, когда-нибудь наступит момент, когда ваша частичка сможет к вам подняться и общаться с вами своими собственными силами. Но это, конечно, много работы впереди. Мы можем дальше продолжать, уважаемая Елизавета. Хорошо. 8-й вопрос. Мое высшее я, ты единственная, кто знает, как тяжело и больно дается мне это воплощение. Сколько сил и времени занимает восстановление. Я выполняю все практики, что мне дал куратор Лотос. Может, мое высшее я мне подскажет, что еще может мне облегчить эти боли в теле, особенно в позвоночнике. Ураном всегда так. Наши энергии трудно поместить в ваш биоробот. Тебе очень помогут практики, о которых я рассказала выше. Во время сна постарайся окружить себя своей энергией, так как ты меня видишь сейчас. Ваш ангел описал, как я выгляжу. Дальше. Зеленые энергии, вибрирующие в тебе, постарайся синхронизировать с матрицей Земли. Это принесет тебе гармонию и уберет боль. Благодарю. Благодарю вас. 9-й вопрос. Что нужно мне проработать в этой жизни, чтобы не набирать больше негативной энергии, и можно ли ее уменьшить? Убрать свой магнит, который тянет и тянет и тянет. Ты живешь среди взрослых людей. У каждого у них своя задача и своя ответственность. Прекрати принимать на себя чужую ответственность. Очень понятно. Это неравнодушие. Да. Это рациональная защита. Мы сегодня встречались в ее чистке с этой ситуацией, когда мы ее проверяли и узнали, получили информацию, что она многие вещи, ее, например, расстраивает, когда ее муж не понимает то, что она ему рассказывает, например, о сеансах регрессии. Ее это очень сильно огорчает. Не надо переживать за мужа, переживай за себя. Конечно, все правильно. Я вот это и хотел закончить этим предложением. У каждого благодарю. Своя программа. Я уже сказала. Так и есть. Хорошо. Итак, я перехожу к последнему, 10-му вопросу. И самое главное, зачем я пришла сюда? Я учусь управлять своими энергиями и очень хочу духовно развиваться, повышать свою осознанность и выйти на новый уровень высшего «Я». Очень прошу дать мне совет или подсказку, как лучше это сделать, что развивать и над чем работать. Я лишь хочу сказать, что больше тебя я хочу выйти на новый уровень высшего я. Безусловно, конечно. Что делать? И главную ошибку я уже описала. Скажите, Елизавета, это последний был вопрос. Вы общаетесь, вернее, она общается осознанно с вами? Я знаю, что она слышит ваши ответы. Вокруг нее много страхов, боли, негатива и чужой ответственности. Это все заглушает каналы общения. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если информационные каналы забиты этими вещами, не существует никакой возможности получить чистую информацию. По мере избавления себя и очищения своих информационных каналов, изменения своей эмоциональной реакции на каких-то события, это, соответственно, все проходит, все убирается. Я только для нее это сейчас повторил. И позвольте закончить ее последними словами. Искренне и сердечно благодарю мое высшее Я, моего друга-ангела и куратора Лотоса за те знания и подсказки, которые вы мне даете. С такими небесными помощниками я быстрее достигну своей цели, а выбор я уже сделала. Примите мои светлые энергии любви и благодарности. С радостью принимаю светлые энергии благодарности. Они имеют золотой оттенок, и искренность чувствуется, и ее видно. Также с моей стороны я дарю свои энергии и любовь. Не сочтите за эгоизм. Я уже обняла свою частицу и передала часть себя, перегрузила душу. Значит, можно ожидать какие-то новые события приятные в ее жизни по мере ее развития после этой активации, уважаемая Елизавета. Будем надеяться. Это было в самом начале. Я помню, я помню. Уважаемая Елизавета, мы закончили. Примите, пожалуйста, на этом месте наши искренние энергии благодарности за вашу помощь, за ответы на эти вопросы, за очень обстоятельные ответы. И если позволите, у нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, каждому высшему я, с которым мы встречаемся, мы делаем всегда один очень определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. И я прошу и уважаемую Елизавету принять этот скромный подарок в знак благодарности за вашу помощь. Замечательный аромат. Отлично. Подождите секунду. Я не хочу показаться глупой, но не могу не сказать. Все, что мы перечислили раньше, техники, энергии и все остальное, не будет работать без визуализации. Как вы понимаете, тонкий план не существует без определенного видения, видения, знания и много чего другого. Но если наши не забывайте про визуализацию. Абсолютно верно. Это все делается визуализацией. Это маленькая еще одна подсказка Лилии. У нас на Земле достаточно есть информации для развития визуализации, было бы желание. Но это ключ. Я могу только подтвердить, иначе бы наши ягоды не были такими спелыми. Не правда ли, уважаемая Елизавета? Шикарный подарок, который я оставлю у себя. Отлично. Он будет напоминать мне о нашей встрече. У меня такое ощущение, что мы так заправились энергиями на вашем уровне. Я себя чувствую в 2 раза свежее, чем до начала сеанса, а он у нас уже идет почти 3,5 часа. Позвольте еще раз вас поблагодарить, уважаемая Елизавета. Очень было приятно с вами общаться от меня и от Веры, и от вашей половинки. Я излучаю радость и свет, а вот Лилия наполнила себя грязью. Да. Пусть избавляется. Совершенно ей ненужной. Я уверен, она поняла ваш ответ и все, что было не сказано, но на что было тонкий намек. Я это имею очень... в виду энергетической грязи. Энергетической грязи. Чужой ответственности. Вы еще раз повторили то, что вы уже говорили. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. Настало время прощаться, хотя мы не прощаемся. Я желаю вам наилучшие, примите наилучшие пожелания от нас. Я говорю, до скорых встреч. Жизнь такая вещь, встречаешься много раз. Надо жить. Какое позитивное высшее я, Елизавета, еще раз хотел вас выразить вам благодарность за ваши эмоции. Отлично. И, Верочка, рассинхронизируйся с Елизаветой. 1, 2, 3. Посылаем этому месту нашей искренней энергии благодарности. И на 3 бери Лилию и вместе с ангелом Лотосом, тобой и мной, возвращаемся в нашу комнату диагностики. Полетели. Всего доброго, уважаемая Елизавета. Она нам рукой махает. След. Я вижу. Вижу, да. Очень приятные такие энергии, эмоции. Мы на месте. Хорошо. Уважаемый Лотос, как вам наша встреча сегодня? Что мне сказать? Вы сами присутствовали, все видели. Ну, да, я улыбаюсь, здесь у меня радость такая на лице от этих энергий, эмоций, вибраций. И, Верочка, в твоих руках большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами на земле появляется для куратора Лотоса. И я прошу уважаемого куратора принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь. Вы меня смущаете. Лотос, вы знаете, сколько сотен раз мы слышали это выражение? Примите, пожалуйста, это... Прекрасная картина, но персики, да, мне нравятся больше всего. Их запах напоминает мне райские сады. Райских садов не видели, но запах персиков знаю. Благодарю вас, уважаемый Лотос. На этом месте я не говорю прощайте, традиционно говорю до скорых встреч. Наверняка мы еще увидимся и пообщаемся. До скорых встреч. До скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Хорошо, Лилия, ваша встреча с высшим я и куратором произошла. Как вы оцените? Я счастлива. Этого достаточно. Хорошо, будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лилии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. А я на месте.